Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, это реактивный Дейси. Вам понравился первый ролик, мне тоже, поэтому поехали дальше. Блин, зачем этот кабан-то так стоит? Он же знает, что здесь работает снайпер, который убивает всех животных. Я надеюсь, он не умрет. Господь, зачем ты забираешь лучших из нас? Блин, я сижу в амбаре, с одной стороны стреляет снайпер, с другой стороны стреляет свинчестер. Че происходит нафиг? Блин, за чертового зомби мне пришлось отойти, взять топор, зарубить зомби, потому что здесь этот снайпер, я пытаюсь его найти. Ты смотри, кого я нашел. Смотри, какой лежит маленький. Надо подойти поближе. Он что-то знает. Он мертв. Шикарно. Парнишка какой-то подбежал к трупу, сидит, лутает, но я его трогать не буду. Вообще как-то мне не очень хочется здесь кемпить, но раз у меня есть снайперка и пока я не умер, можно и стрелять на них. Смотри-ка, бандит-то походу за своим лутом пошел. Погодите, не будем его трогать. Потому что он меня не видит. Ну ладно, бывает. Эх, вы знаете, мне становится жалко кемперов со снайперками. Ну, человек со снайперкой и так, по идее, уже, ну, по сути-то он даже кемпером не должен считаться, потому что что ему еще делать, кроме как сеть выждать? Я сижу здесь 5 минут, мне уже дичайше надоело это, я хочу бегать и, в общем, получать удовольствие от игры. Но у меня снайперка, и мне неохота ее просто кодовать, поэтому я даже не знаю, я меняю позицию, смотрю, есть кто в прицеле, нет, так что, ах, я не знаю. Мне, честно, жаль уже всех снайперов, которые вот так вот сидят, потому что, ну, блин, делать реально нечего, некоторые там, ну, блин, часа не могут вот так сидеть. О, как это скучно. Как же тут скучно, мне скучно. Перекатываюсь хоть тут. Я, кстати, думал, что это панцирь какой-то, но это оказался камень. Блин, вообще, с чего бы тут панцирь оказался, черепашим, а? Что за бред? Я на галлюциногенах, походу. Пришел какой-то американец и пишет в чате то, что только не тупортый русский, что ли, тут? Дядя пишет, да. А, админ должен прийти и забанить их всех. Ах, жестоко, но, блин, справедливо. Очень куча тут срачи происходит, а тут, ах, ну играйте вы просто, ну. А мне по-прежнему скучно, тут нечего делать на этой горке. Ну, хоть один бандит пусть тут будет, а? Ну, пожалуйста. Хотя бы один, ни о чем больше не прошу, всего лишь один бандит. Зомби скачет, но это не бандит. Блин, город пустой, только что там куча людей бегала, теперь там никого нет. Ах, куда подевались все бандиты? Я думаю, стоит двигаться дальше, нет? В общем, я бегу к соборам. И бегу. Так, я увидел двух парней, один из них бандит, один нормальный. Бандита я убью, наверное. Да. А простого парня оставлю. Эх, жизнь, жизнь. О, кабанчик. Он, смотрите, бегает, ищет меня. Но я его оставлю и трогать не буду. Этот парень бежит туда, я не знаю зачем. Блин, вертолет! Он начал по мне стрелять, вот зачем? В общем, убил я того паренька, потому что он на меня напал. Я превратился в бандита, начал снова падать в воду. И мне писали в комментарии к прошлому видео, то, что нужно нажать аборт. И теперь я, блин, не могу присоединиться к игре, я подключаюсь на нее, стою в каком-то дебильном поле и ничего дальше не могу сделать. Ах, наверное, это видео здесь закончится. Хотя не знаю, ну, в общем, посмотрим. Если сейчас придут финальные титры, то пока, если нет, то нет. А смотрите-ка, все только продолжается, я все-таки... Видимо, я... Да, я выжил, и я стал бандитом, я не умер. Это шикарно. Продолжаем бегать. И продолжаем бегать бандитов. О май гад, he's dead. Shit. Но мы, по-видимому, продолжаем бежать. Я не стал бежать и лутать того чела, потому что его труп тупо исчез. Па-бам-па-бам-пам. Пиу. Я нашел кабанчика, и мне нужно было восполнить здоровье, но... Снайпер, убей кабана! Спасибо, снайпер, спасибо тебе. Блин, бегу по лесу и думаю, как-то это обидно, я убил трех бандитов и лишь одного человека, который и то сам на меня напал. За то, что я убил его друга, конечно. Но он был бандитом, поэтому... Эх, и вот я уже с тряпкой на башке бегаю. Никто не поверит, что я дружелюбный. Пока я тут бегал, я потерялся, я вообще не знаю, что тут занялся. Что за деревня? Мост, я тут вообще никогда не был. О, господи, господи. Опаньки, опаньки. Снайпер, ты знаешь, что делать. Good job, снайпер, good job. Машинка-то, походу, вообще целая. И моя. Машина абсолютно целая, зашибись. Сваливаем отсюда. В горы делаем костер. Разогреваем мясо, едим и едем дальше. Делать костер без спичек. Бесценно. Ну, машинка-то чья-то, в ней дробовик. О, колесо и канистра. Мало того, что это чертово мясо нисколько мне здоровья не восстановило, и я знал, что если съесть его просто так, то мой главный герой, придурок такой, заболеет, начнет кашлять, его начнет трясти, но это капец. В общем, едем в старый собор. Между прочим, я даже понял, где я. В Вышном. Отсюда до забора, до собора. Через горочку, поэтому я сейчас быстренько заправлю машинку. И мы выдвинемся. Поехали. Итак, старый собор. Мы прибыли, нас трясет, мы на машине. Все вроде довольно-таки неплохо идет. Я уже жду комментариев. Джек, там же Волга и пятерка, и автобус. Чего ж ты в них не сел-то? Вот бы узнать, чего ж я в них не сел. Итак, это мое любимое место, откуда я люблю просматривать, есть кто на палатках или нет. И самое главное, чтобы меня никто не увидел, потому что я в машине. Палаток, к сожалению, ничего нет, я проверил. И эти все солдаты зачем-то, которые пытаются на меня напасть. Я думал, что я смогу найти здесь антибиотики, но. Ну, видимо, нет. Ну ладно, уезжаем. Короче, машинки все без одного колеса, поэтому сваливаем и уезжаем куда-нибудь в другое место.
К этой игре у меня есть лишь один чертов вопрос. Почему я все еще жив, игра? Почему? Сервер полный, в старом соборе вообще никого нет. Я нашел машину и езжу с топовой снайперкой. Че происходит с этой игрой, а? А самое дурацкое, что антибиотики я могу найти либо в больнице, либо на трупе игрока. И, черт побери, я думаю, что на аэродроме будут бандиты. Самолет! Я первый раз вижу только самолет в игре. Но походу он дичайше убит, или нет? Он жив! Он жив, мы будем летать! Мама, я буду летать! Мама, я буду летать! Шикарно! Ну что, полетели? Я за час все нашел, что только мог. Машину, самолет, снайперку. Жизнь хороша, а когда летишь не спеша. Вот добрые люди теперь попались в этих... В чате. Предлагают ДМР, оружие и прочее. Ребятки, ничего, я лечу, мне норм. Все, электро, мы подлетаем. Я только забыл, какой кнопкой здесь скорость сбрасывать, потому что Z как-то не работает, по-моему. Шикарно. Черт подери, включил, блин, посадку с автопилотом. Твою налево, господи, ненавижу эту игру. Ах, ладно. Мы полетали, мы покатались, мы поубивали. С вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх и счастливо.